Художница Светлана Дерин на фестиваль христианского искусства приехала из Турции, где она в последние годы проживает. Светлана представила свою работу «Умиление». Иконописной живописи она обучается 4 года. И вот первая готовая работа, выполненная маслом. Сейчас Светлана трудится над созданием иконы Николая Чудотворца. Ее она надеется представить на следующем фестивале в Самаре. До иконописи я рисовала то, что мне стыдно было показать даже в семье. Но благодаря нашим прекрасным педагогам я теперь смело могу говорить, что я пишу иконы. Но это очень большая ответственность, очень большое счастье и очень-очень большой труд. Международный фестиваль христианского искусства «Окно в мир» в этом году порадовал гостей своим масштабом. Около 200 икон, привезенных со всех уголков России и из-за рубежа. Часть художников только делают первые шаги в написании икон. Самой взрослой ученице 82 года. Бог создал человека, и Бог наделил нас такими дарами, как право выбора, творческое начало. И каждый по-разному себя может реализовать. И когда человек тем более реализует себя в иконописи, реализует себя в том, чтобы прославлять имя Божие, то я считаю, это именно та цель, к которой должен стремиться каждый христианин. И мы это решили показать, как этот симбиоз дает какой прекрасный результат. И хотим показать это широкому кругу людей, чтобы они, поучаствовав в этом, получили незабываемые эмоции и познакомились с православием с такой прекрасной стороны, а не с тех, не на фоне тех стереотипов, которые, к сожалению, сейчас в обществе существуют. То есть мы за красоту Божьего мира и всячески ее демонстрируем. Фестиваль предлагает участникам обширную программу – лекции, экскурсии и мастер-классы по иконописи и колокольчику. Звону. Также запланированы праздничные концерты, уголок традиционной кухни, ярмарка и кинопоказы. Фестиваль продлится до 18 августа. Августина Охременко, Константин Головин. События.